Ку-ку! Так, я вам обещала эфир, но так как очень поздно, думаю, буквально 10 минуточек, и пойдем все спать дружно. Потому что мне завтра вставать в 7 утра. Да, я сохраню. Ой, Тань, Забирка, привет! Тань, приезжай в гости к нам. Только не сейчас. На днях. Что Лёха сделал? Короче, мужа нашла. Это вообще прикол. Он решил меня разыграть. 1 апреля, все дела. Он решил, что надо обязательно надо мной пошутить. Уехал из дома, не предупредил. Я приехала, я вообще готовила ему розыгрыш. В итоге приехала, его нет, трубки не берет, на сообщения не отвечает, ничего не делает, все. Где был? Просто уехал из дома и решил меня разыграть. Вот он стоит, смотрите, вот он. Разыгрыватель. А? Уже закончилось 1 апреля. Уже не до юмора. Все, уже не смешно. У вас вся жизнь в Инстаграме, это правда? Правда. Привет, с удовольствием, привет. Ну все, отлично, мы тебя будем ждать. Я тебе напишу тогда. Танька, ты тоже туда. Как дела? Хорошо. Вот он, юморист. Юморист, вот он. Это Манюша, ты юморист, когда вам завтра расскажу, обалдеть. Я еще с ума сошел. Я хотела сдать его в плен. И, ну, это было бы угарно, если бы он был дома, он бы уссался реально, ну, как бы потом. Сначала бы он испугался, а потом бы ему было очень смешно. Все анализы, то, что вот меня спрашиваете, я сдавала. Я не подстригалась, это мои волосы, меня просто сегодня уложили по-новому. Я сегодня такую вот красивую укладочку замутили. Что за процедура, которую ты делала, убрать второй подбородок? Это называется смаз-лифтинг. Сюда вот делают такой брынк. Поздравили. Ты подстриглась? Офигеть! Я со своими волосами, у меня просто укладку сделали. Скоро наращивать буду. Надоело с короткими, не могу ходить. А вы знаете, после любого розыгрыша смешно становится. Ну, как бы разыгрывают это такое. Оказывается, смешно. Довольно ли блефаропластикой? Безумно. Это лучшее, что я сделала за последнее время. Так, лучше. Да. Что не спите? На самом деле я засыпала уже с 12, но я вам пообещала прямой эфир. Я долго на него решалась и вот решилась, поэтому сейчас мы быстренький такой сделаем прямой эфирчик. Завтра подольше с вами выйду и вот. Хорошо с такой стрижкой. Блин, вот кто-то написал, что мне не идет такая вообще, а кто-то написал, что идет. Но я вам скажу так, я себя комфортнее чувствую с длинными волосами. Сейчас наращу, посмотрим. Если мне не зайдет, то тогда не буду, ну, тогда сниму нарощенные и похожу со своими. У тебя свои губы или нет? Нет. Ты что не спишь? Ты вроде в 23 спать ложиться собиралась. Блин, мне надо заново график восстанавливать, но я вам скажу, у меня уже прогресс. Я ложилась раньше, если меня вот так вот просто оставить в гордом одиночестве здесь одной в квартире бродить, я ложилась в 5-6 утра, могла рассвет встретить, в 7 утра лечь. Ну, то есть, как бы мне вообще по боку было на этот сон. Вот. А сейчас я ложусь часиков 2-3, а просыпаюсь в 10. А раньше я просыпалась в 12. Если меня, конечно, не будить, я проснусь в 2. Ну, не в 2. Но в 12 точно встану. Где будете наращивать волосы? Поеду к девочкам. Знакомые мои. Попробуем. Как раз посмотрим.
и все. У вас плотный волос или тонкий, такой объем шикарный. Это меня сегодня очень круто уложили, во-первых. А во-вторых, у меня крутой этот объем появился с момента, как я начала вот эти процедуры делать от того, как вот я лысею. Мне вот моя лысинка, она уже, кстати, зарастает. Там, видите, вот волосики растут, вон они. Растут уже волосики, так что скоро все это добро зарастет. И, кстати, мои вот эти вот укольчики, они помогают и с тем, что вот здесь вот начало лысеть. Ну как, они начали выпадать. И вот здесь там, да, контур неровный, вот это вот место тоже будет зарастать все. И, в общем-то, это тем клевое. «Беременна 16» на фоне, да. Блин, я обожаю эту программу. Я не знаю, как объяснить. Это такой тупняк жесткий. Ну, короче, там что-то просто идет по фону. Они что-то болтают, там переживают. Потом детки рождаются. Так все замечательно. Прикольная прога. Прога, господи, программа. Прога. Шикарный объем. Да, спасибочки. У меня тоже нет особой радости, что я выйду замуж за Костю. Но я считаю, что ребенок должен родиться в году. Майя, напиши в ЛС, напишу про АМГ. А зачем мне АМГ? Я его сдавала, я знаю, что это такое. Сегодня день нашей росписи. В детстве я мечтала, что мои свадьбы будут завидовать все вокруг. Что у меня будет шикарное платье. Как называется? Процедуры на волосы. Нет лап. Ее делает только Ксения, которую я вот отметила у себя в сторис. Она запатентовала эту историю, и больше никто ее не делает. Только она. Обмен женами смотрели, не хотели бы поучаствовать? Блин, кстати, смотрела, и мы бы поучаствовали и в обмен домами, и в обмен женами. Прикольная тема. Лёш, мы бы поучаствовали в обмен женами? Да, вот говорит. Это реально прикольная тема. Я не знаю, правда, ну они сейчас вроде не снимают эти сезоны, но мы бы и обмен домами, и обмен женами с удовольствием. Смотришь «Холостяк»? Блин, ни одной серии не видела. Но надо посмотреть, хочу посмотреть. Чего не спишь? Знаешь, ну вот так. Сейчас пойду. Сейчас вот две минутки с вами досижу. Будет 1:30 ровно и пойду спать. Я бы глянула вас в этих программах. Блин, было бы очень угарно, мне кажется, если честно. Мне кажется, там лютая постанова, конечно, но... Ну что, ну прикольно все равно. Прикиньте, ну так, такая смена обстановочки, куда-то поехать, что-то там обменяться с кем-то, что-то там. Ну это прикольно. Очень похорошела, похудела. Да, я, кстати, вы видели сегодняшний сторис, я утром снимала. У меня уже прям прорисовываются формы. Ну, то есть массажи, масла, скрабы, все это дает реально как бы эффект. Блюм, конечно, поздравили. Сериалы смотришь? Да, люблю. Но я, знаешь, какие люблю? Вот я что программы, что сериалы люблю такие, которые мозг не загружают. У меня загрузки мозга хватает вот с работой. У меня просто кипит голова. Я уже не знаю, куда мне деться. У меня уже 35 тысяч блокнотов, которые я по 500 раз все перезаписываю. У меня вот так все исчеркано. И по итогу мне нужно что-то, чтобы на фоне шло не напрягающее. Зачем, ну, за каким сюжетом не надо следить. То есть, например, я люблю очень сериал «Воронины», «Ольга», «Жуки», вот «Беременна в 16». Чтобы вы понимали, у меня «Беременна 16» включено на Ютубе, и программа одна за одной вот так вот. Надоест это, буду обмен домами смотреть. Надоест это, буду смотреть обмен женами. Дере у Юли завтра, да. Левченко с Блюмом родили, да. А тебе надо в обмен женами. Ну, надо такого нет, конечно, это просто нам интересно, прикольно.
Что колят для волос? Для волос процедуры нет лап. Так. Папа попал, это вообще тема. Я забыла, как она называется. Это прям очень смешно. С короткими однозначно лучше, не наращивая. Блин, ну не знаю. Я вот такую укладку себе каждый день сделать не могу. Я могу только вот максимум вот эту зону уложить. Потому что сзади я такой объем не могу себе организовать. Он же, видите, как бы и сзади объемненько все. У вас нарощенные волосы сейчас? Нет, сейчас свои полностью. Сериал называется «Это мы». Смотри, что смешной? Папик 2. Вот, слушайте, а давайте... Не было у меня, да, опросов сегодня? Плохо. Как стрижка называется? Что осталось, то осталось, называется. Мою уж сожгла себе все волосы, какие могла, поэтому вот довольствуемся тем, что есть. Катя спасала, как могла, но мою уж сделала все свое дело. Да, в 7 утра встала. Все, 1:31. Всем пока, спокойной ночи. Я пошла спать. Сейчас, почему перестали общаться? Мы ни с кем общаться не переставали. Если кто-то перестает общаться, то не мы. Мы как бы всегда со всеми общаемся, поддерживаем общение, вы видите, мы постоянно со всеми видимся. Так, все, ребятки, всем пока, спокойной ночки, эфир сохраню вам.